Всем привет-привет, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередную серию нашего увлекательного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас». Напоминаю вам, что это экспресс-расклад. В этом раскладе мы рассматриваем несколько позиций, а именно смотрим, какие энергии сейчас окружают вашего мужчину, какие события сейчас происходят в жизни вашего мужчины, что его волнует, что, возможно, он скрывает от вас, какие мысли о вас сегодня, какие чувства к вам испытывает. Ну, еще несколько позиций. Для того, чтобы карты Таро продемонстрировали именно вашу ситуацию, вам нужно хорошенько сосредоточиться, назвать имя, визуализировать вашего партнера. Конечно, в первую очередь вам должно повести. Я всегда вам об этом говорю. И помните о том, что это общий расклад. Не нужно воспринимать информацию как фатальную, как единственно верную. Это не личный расклад, во-первых. Личные расклады не всегда отыгрываются на 100%. Но, тем не менее, если вы увидите, что какая-то часть информации вам подходит, смотрите, пожалуйста, дальше. И вы получите важные подсказочки. Не рекомендации, а именно подсказки. Потому что решение вы принимаете сами. Также напоминаю вам, что по вопросам обучения, пожалуйста, обращайтесь на WhatsApp большими буквами сообщение «Обучение». Я обязательно с вами свяжусь, расскажу вам о моем обучающем курсе. И огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты, которыми вы меня балуете. Низкий вам поклон. Спасибо большое, дай Бог вам от Вселенной миллион раз больше. Итак, я надеюсь, вы уже настроились. Конечно же, определились, на кого вы смотрите, и настроились. О, император. Ну, конечно, нам показывают его сейчас, гордеца такого властелина жизни и мира. Но этот аркан также и говорит о том, что он решает, скорее всего, какие-то мужские свои проблемы, заботы. А чаще всего император это связано с семьей, либо с карьерой, с работой. Ну, такие вот мужские дела. Ну и, конечно, некий мужчина может отыграться в событиях его дня сейчас. Это может быть и отец, это может быть брат. Может быть, начальник, коллега, чиновник какой-то. Ну, в общем, какой-то мужчина влияние сейчас. Император, вот такой император, конкретный, стабильный, скорее всего, семейный, либо уже в возрасте, либо просто мудрый человек, имеющий какой-то вес в обществе, каким-то образом, либо в обществе, либо в семье в своей, каким-то образом мог отыграться сейчас в энергии его жизни, вашего партнера. Итак, какие энергии сейчас влияют на него? Ну, куда нам без пентаклей? Куда нам без пентаклей? Как всегда все, в общем-то. Когда же он изменится? Так, что происходит? Давайте сразу посмотрим, что происходит. Пусть нам еще покажут. А тут, знаете как, то густо, то пусто. То ему повезет в делах материальных, да и любовных тоже. То совсем наоборот. То к нему колесо фортуны повернется личиком, то пятой точкой. А у него как-то сейчас вот такие волны в жизни. То что-то случается, может быть, материальные какие-то поступления, либо кажется так, что удача улыбнулась ему. Вот он схватил удачу, прям фортуну за хвост. И как будто действительно вот-вот-вот он на пороге того, что прямо сейчас какой-то успех его ждет, какие-то денежные поступления, может быть, какое-то там, я не знаю, более интересное, яркое развитие событий в жизни. Потом бах, и все как бы срывается, он оказывается в каком-то тупике. А тот мужчина, кстати, сейчас мог кому-то либо помочь деньгами, либо какой-то подарок подарить, либо кого-то, в принципе, поддержать эмоционально даже. Здесь эмоциональная поддержка может быть. Кого-то. Ему пришлось проявить себя в роли мецената. И это было правильно, это было нужно. И, кстати, судьба его за это, вообще жизнь, вселенная, его за это отблагодарит. Где-то в чем-то он проявил какую-то щедрость. И эта щедрость может быть эмоциональной, а может быть материальной. У кого-то прям четко и ясно отыграется, что этот человек кому-то подарил подарок. Либо, наоборот, в его сторону пришло что-то материальное. Но я вам сказала, вот у него здесь ни шатка, ни валка. То удача, кажется, что вот она уже прям у него, вот-вот на ладони. То вдруг какой-то облом случается. Но все-таки больше сейчас идут позитивные энергетики в его жизни, и связанные как с пентаклями, с материальной сферой, так и с чувственной сферой. Ну, как-то вот такие вот, не американские горки, нет, но
скорее ни шатка, ни валка. То да, то нет, то хорошо, то не очень. Ну а по поводу материальной какой-то помощи, либо эмоциональной, здесь абсолютно однозначно. Здесь что-то такое у него произошло. И происходит сейчас. Либо он оказывает кому-то поддержку, либо материальную, либо дарит что-то, либо в его сторону. Но больше как бы он такое впечатление, как будто что-то кому-то дает. Мысли о вас вообще есть? Ну, конечно, это аркан мыслей и выходит, семерка кубков. Думает постоянно. Здесь мыслей целый рой. Как вот рой пчел возле улья, так и у него в голове роятся, роятся, роятся мысли о вас. Какие мысли? Что именно тогда? Давайте посмотрим. Ну, он вас любит. Он вас любит, и чувства здесь, они прям такие конкретные, они прям его... как вот эта чаша наполненная, видите, чувствами, и они изливаются наружу. То же самое можно сказать о нем. Да, думает, да, испытывает к вам эмоции, да, испытывает к вам чувства, и думает о том, что если вы на расстоянии, допустим, то он думает о том, что он хочет с вами встретиться, он хочет поездки к вам, он хочет встречи с вами. Если вы в какой-то непонятной ситуации, вот как раз ни шатка, ни валка с ним, то здесь человек понимает, что вам нужно переходить на другой уровень в отношениях. Почему? А потому что он испытывает к вам чувства, и он еще думает о вас, что вы к нему испытываете такие же чувства, что вот этот туз кубка вы ему дарите. Он об этом думает, и он даже мечтает, чтобы вы его любили, наверное, больше всех на свете. То есть в вашей энергии, в ваших эмоциях, в ваших чувствах он нуждается, они ему нужны, и он об этом думает. Очень многих здесь отыграется расстояние между вами, либо необходимость встречи, поездки к вам, к примеру. И он об этом на самом деле думает. Вот нам это показывают. Либо на переход на новый уровень в отношениях с вами, либо это поездка, либо вот что-то в этом плане. Но думать-то думать, это действие где? Потому что семерка кубков — это сплошные какие-то иллюзии, планы, а действия реальные. Пока что-то как-то не вижу. Чувство к вам на сегодняшний день. Есть у него чувство к вам. Мало того, что здесь вышел туз кубков, еще и паж кубков. А знаете, он ждет от вас, как вот часто выходит, как будто он ждет от вас какого-то приятного известия, каких-то первых шагов, как-то относится к вам, так знаете. Сегодня у него на душе к вам прям хорошо. Даже если вы ему там рубанули его, или расстались, или поругались, или еще что-то, он думает о вас сегодня очень светло, очень как-то мягко, красиво. И даже как-то... Я даже не знаю, как правильно это передать. Наивно как-то даже в чем-то. У кого-то из вас, конечно, тут может этот партнер отыграться моложе возрастом по пажам. Очень часто это бывает. Если не моложе, то у него, по крайней мере, вот такой, он как мальчишка. Влюблен как мальчишка, я бы даже сказала. И отношение у него к вам, как у какого-то либо подростка, либо юнца. Вот такое. То есть здесь есть чувства, но они какие-то по пажу. Как будто у кого-то, знаете, по пажу часто и крышу сносит от гормонов, допустим, когда он женщину видит, и он себя ощущает тинейджером. А у кого-то это просто аркан нежных чувств. То есть здесь по-разному может быть, но чувства здесь есть, они светлые, прекрасные, красивые. Еще один аркан, конечно, сейчас может быть ложка дегтя. Ну да, он вас считает, что вы такая стали. Что вы, может быть, в принципе, женщина довольно жесткая. Либо сейчас вы в позиции находитесь королевы мечей. Может быть, как-то с ним так общаетесь. Не на повышенных тонах, здесь не в этом дело, а как-то сухо, как-то так структурировано. Он тоже об этом думает, в чувствах у него это есть к вам. Давайте спросим, что он скрывает от вас сегодня? Есть ли что скрывать вообще у этого человека? Ну, есть у него, да. Но здесь речь идет о вас. В скрытом легли вы. Закрытость между вами. Либо вы закрылись, могли тут заблокировать. По девятке жезла очень часто выходит, что люди либо блокируют друг друга, либо игнорят кто-то кого-то, либо какая-то стена между вами, забор какой-то встал. Вот это он скрывает. Он скрывает, знаете, от вас что? Он не проявляет тех чувств, которые он действительно к вам испытывает по-настоящему. Вы вышли ему королевой жезлов. Это не другая женщина, это однозначно вы по сочетанию арканов. У меня задумана своя схема, так сказать. Поэтому, если будут вопросы, а может быть, это другая женщина? Нет, это не другая женщина. В этом раскладе это вышли именно вы. Он испытывает к вам действительно чувства, девочки. Если у вас общение по интернету, допустим, вы с ним общаетесь по интернету, то у него прям тоска по вам есть. И он переживает о том, что
Сейчас вы разделены. Ну, ясно, что сейчас границы закрыты, там ковид и все эти дела, карантины. Вот у него могут быть такие мысли, переживания из-за этого. А у кого-то здесь из вас, если вы не разделены границами и всем остальным, в принципе, между вами есть какой-то забор, есть какая-то либо эмоциональная, либо еще какая-то разделение, разделенность. И вот он скрывает, что это его, по сути, волнует. А еще он скрывает свои истинные чувства к вам и скрывает, как вы для него важны и прекрасны. Он скрывает вообще свою истинную оценку вас. Потому что вы у него идете здесь по двойке кубков, королеве жезлов и каракану звезда. Здесь вообще более крутой характеристики сложно себе представить. Мало того, что есть чувства к вам, он еще и ставит вас на пьедестал, по сути, в своей душе. Но почему-то он от вас это скрывает. Он это вам не озвучивает. Это у него в личном, в его. Он вам об этом не говорит. А что его волнует, кроме вас? Что, есть ли что-то? Ну, есть какие-то дела у него, чаще, вернее, скорее всего, связанные с пентаклями, с деньгами, где его что-то не удовлетворяет. Вот что-то он ждет, какого-то урожая, каких-то результатов, что-то хочет либо добиться, либо получить денег, а никак не может получить этих денег, либо что-то по материалке. Есть у него неудовлетворенность по этой сфере. Либо он, в принципе, чего-то ожидает, вот что-то ждет, а оно никак не свершается. Какая-то затянувшаяся вещь в его жизни есть, да? Какие-то обстоятельства затянувшиеся, когда он не чувствует удовлетворения, не получает тех результатов, на которые он рассчитывает. Это его волнует. Так, давайте теперь спросим. Вы просите меня спросить часто, что происходит в доме у этого человека, если у него есть дом, отдельно от вас. Что у него происходит в доме? Какое-то выяснение отношений. Нам прям так его и показали. Дом, и он сидит там такой с холодным своим мечом. Посмотрите, король мечей. Такой холодный, какой-то беспристрастный, с арканом разбитое сердце. Тут у него, знаете, если, допустим, он женат у вас, да, и вы его тайная женщина, тут вполне возможно могло быть выяснение отношений из-за вас запросто, потому что это аркан треугольника третьих лиц. Либо здесь выяснение отношений, в принципе, из-за кого-то со стороны. Может быть, не вы, вас четко здесь не показывает. Может быть, выяснение отношений из-за кого-то вообще. Но это прям разборки именно в семье. А может быть, это не жена его, если он не женат, к примеру, у него же могут быть родители, мама, папа, дети, сестры, братья. Возможно, там прояснение какой-то ситуации, прям вот выяснение чего-то. Прояснение. А вот, так что вот что-то такое сейчас, какая-то вот такая энергетика идет от его дома и отношений там. Каких действий можно ожидать от него в ближайшее время? Напоминаю, что это как один из вариантов. Не факт, что будет именно так. Это то, к чему сейчас идет, а вариантов может быть миллион, в зависимости от того, как будут складываться обстоятельства. Каких действий можно ожидать? Действий здесь можно ожидать. Проявление его, каких-то известий от него, даже если он далеко от вас, то может быть даже он на поездку решится. Здесь такой момент может быть. А может быть здесь еще, знаете как, он об этом думает, копытом его конь бьет о землю сейчас, уже практически готов что-то делать. А будет ли делать? Давайте так спросим. Ну да. Да, здесь можно действий от мужчины ожидать. Каких-то действий таких активных даже в вашу сторону можно ожидать. А как вам лучше сейчас в этой ситуации вести себя с этим мужчиной? С чувством подчеркнутого достоинства. Знаете как, если у вас есть мужчина какой-то в вашей жизни, другой, то обратите, пожалуйста, внимание на него. Вам его показывают. Если мужчина этого нет в вашей жизни, то вам показывают, что вы должны себя вести вот так, гордо, независимо, с чувством собственного достоинства подчеркнутым. А с этим мужчиной. Потому что король жезлов – это такой мужчина. Кроме этого, вы должны заниматься собой, своей реализацией, социальной карьерой и социальной реализацией. Обратить прям внимание на эту сферу своей жизни. Но поскольку был вопрос, как вам вести лучше себя с мужчиной, я вам уже сказала. Если есть другой мужчина, обратить внимание на него, он наверняка требует вашего внимания. Если же говорить об этом мужчине, то вести себя как раз по аркану король жезлов. Вот такой получился сегодня расклад. Спасибо, мои дорогие, любимые, за то, что досмотрели до конца. Масса комментариев обычно под этим видео. Я читаю их все, стараюсь, конечно, под многими ставить лайки.
где-то отвечать, когда есть возможность. Меня очень радует такой резонанс этого расклада, значит, тема востребована. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на кнопку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же вас всех целую, очень-очень нежно люблю, крепко обнимаю. Желаю счастья, любви, гармонии, всего самого-самого наилучшего вам, мои дорогие, любимые. Всех вам благ, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, до завтра.